Окей, 17:00 по Москве. Приветствую всех, кто пришел. Сейчас надо срочно поговорить о трафике, потому что без него никакой бизнес никуда не уедет. Это моя будет новая страница захвата. Сюда, наверное, поставлю форму подписки. Вообще, она мне очень нравится. И у вас будут такие же без проблем. Так, надо порисовать. Что происходит? Давайте разберемся. Мы все платим трафик. Все люди с головой, кто строит бизнес в сети, обязательно должен использовать инструменты. Это обязательно автоответчик, серия писем забита, грамотная, очень интересная, чтобы человек там не спал на другом конце писем. Это страница захвата, через которую переходит и попадает к вам в базу. Для чего это надо? Это знакомство. Это выстраивание отношений человека для того, чтобы он понял, кто это, что вы предлагаете, увидел все то, чего он не знает. Люди обычно идут, тянутся к тому, кто знает чуть-чуть больше, чем они сами. Они хотят научиться, они хотят дублировать и делать то же самое. Итак, это обязательно. Далее, платный трафик 100% нужен. В любом случае. Мы сейчас с вами ведем удар и на США, и на Россию, туда и сюда. И везде я плачу деньги на рекламу. Всегда. Поэтому всегда 300-400 лично приглашенных и так далее. Собираешь базу, показываешь им, как делать. Люди начинают тебя понимать и хотят копировать. Таким образом линия идет, деньги делают все. Это самое главное в сетевом бизнесе. Я не стану богатым, если вы бедные. Мы не сможем иметь деньги, если кто-то стал, стоит, смотрит или куда-то убежал. Чтобы все делали деньги и шла линия, нужно знать как. Это инструменты и трафик. Значит, я выбрасываю на США несколько сотен долларов на американскую компанию, выбрасываю на Россию. Ну, не так, потому что Россия реклама не такая дорогая. И, кстати, вот SEO-магнит последний раз был, да? Собираем подписчиков, и что мы видим, что у нас происходит? Значит, люди, которые кликают за 0,01 цент или подписываются за 0,5 центов на вашу страницу захвата, они, кроме вот этих 0,5 центов, ничего в этой жизни не видят. То есть они зарабатывают 10 долларов в месяц без вложений и приглашений и счастливы. Потому что уже какое-то подспорье в семье, да? Это не финансовая свобода, ни с какой стороны. Поэтому, когда количество этих людей подписалось к нам в автоответчик, с одной стороны это радует, но с другой стороны они не открывают письма. Примерно 10% открывают письма. Мы выбрасываем деньги на рекламу, мы хотим показать, что мы ведем настоящий честный бизнес, а толку никакого. Мы не можем достучаться до него, потому что он целый день кликает, ему некогда почитать нормальные вещи и заняться нормальным бизнесом. Но не только некогда, он еще и боится. Он насперь перепуган советской властью и последними моментами в сети, когда вообще Рунет застрял, никто никуда не идет. Обратите внимание, есть гости у нас, которые не работают со мной. Я пригласил людей из других компаний, и которые будут видеть это видео, они согласятся. Что бы они ни делали сейчас, везде, в любом бизнесе, в Рунете полный штиль, тишина. Все перепуганы. Все уже были везде, все видели, все потеряли. Как мне достучаться до человека, что я могу помочь ему сделать деньги? Ну как, если он меня не слышит, он меня не видит, он вообще ничего не понимает, не слышит. Значит, смотрите, я иду к себе на почту, включаю спецсервис, и что он мне говорит? Я включаю и смотрю, что я подписан на 1219 человек. Я подписан на них. В то время как я точно знаю, что я редко на кого подписываюсь вообще, на русских вообще ни на кого, ни на каких там тренеров, коучей, они ничего интересного рассказать не могут. А на американских это должна уже быть очень большая погремушка, где я надеюсь от него что-то получить, так? Но это никак не 1219, даже не 219, но может быть 19. Становится вопрос, я получаю тысячи писем от вот этих вот людей, где я числюсь у них настоящим подписчиком. Что это значит? Это значит, что они мне где-то, я увидел их рекламу на Фейсбуке, Ютубе или еще где-то, да? Нашел их страницу захвата
внес свой email, затем пришел к себе на почту и нашел их письмо и подтвердил, что да, я хочу получать от вас письма. Вот это вот я сделал 1219 раз, да? Да, никогда в жизни. Ничего подобного я даже близко не делал. Но самое интересное, что я читаю практически все эти письма. Потому что я все еще надеюсь найти какую-нибудь аховую бомбу, как нигде и никогда. Иногда они присылают что-то интересное, но это очень мало людей. А в основном идет такой весь информационный мусор. Они мне продают плагины, скрипты, программы по трафику, которые у нас, я вам говорю, у нас есть 650 программ и плагинов по трафику, которые стоят от 20 до 100 долларов каждый. То есть на 15 тысяч долларов программ у нас с вами присутствует. Дело в том, что даже я не знаю 70%, что это такое. Понимаешь? Это мы все купили, команда это все приобрела. А куда это втыкать и как этим пользоваться? Я без понятия. Я только начинаю шаг за шагом просматривать, искать информацию. Вот берешь плагин, идешь в Google, забиваешь, потом идешь на YouTube и смотришь, а что он делает вообще? Какую пользу он мне может принести? И вот тогда, а это 650, вы можете представить. Поэтому, естественно, я все это не отдаю сразу, я изучаю, что там, и буду добавлять команде постоянно. Уже с видеосопровождением моим, а что это такое, и как он пользуется, и что это, что он вам даст вообще. Так? Договорились. Итак, они мне продают это постоянно, днем и ночью. Эти плагины – это американский бизнес. Все понятно. Американский бизнес – это когда все бесплатно, то есть 50% скидка. Значит, мы бегаем, ищем целевую базу, работаем правильно. Те, кто вообще работает без инструментов и без трафика, им вообще нечего делать даже в сети. Вы можете представить, каждый день у них новая компания, они берут реферальную ссылку, идут по всем соцсетям, рассылают это, кто пришел, кто не пришел, посылают Skype, все. Следующая компания, они делают опять то же самое, базы нет, они работают в холостую, ни на кого, потому что базы нет, их никто не знает, им никто не верит, и так далее. Поэтому они не могут привести и два человека никуда. Понимаешь, вот сейчас базу я сделал, рассылку, говорю, есть дело, вот о котором я буду сейчас рассказывать. Есть дело. У меня уже полный email ответов. А мне интересно, а давайте поговорим в скайпе, а я хочу увидеть, а я хочу попробовать и так далее. То есть я уже даже на соцсети еще не вышел никуда, еще и платную рекламу не давал, еще нигде ничего не говорил, но у меня уже есть 20 покупателей, скажем так, сходу, может и больше, которые сейчас зайдут и купят то, что я продаю. Это бизнес, правильно? Значит, у нас есть сервис, обалденный сервис. И с хозяином вчера ночью я решил вопрос, который не был решен. Сегодня он решен, поэтому как только он решен, все, мы сразу в эфире, немедленно. Вы заходите на этот сервис, там есть такое поле «Добавить контакт». Так, мы сейчас к нему вернемся. И у нас есть программа, одна секретная фишка. Каждый из вас получит ее со своим ключом, индивидуально на свой компьютер. Вы включаете кнопку, и программа со всего вашего Фейсбука, со всех ваших бизнес-групп Фейсбука, в которых вы находитесь на данном аккаунте. То есть вы ее запустите, она попросит вход через Фейсбук. Вы войдете, она сканирует весь ваш Фейсбук, найдет все ваши группы. И затем вы из каждой группы вытаскиваете по 4000 имейлов с каждой группы. Можете себе представить, 10 групп – это уже 40 тысяч, 100 групп – это уже 400 тысяч. Вам хватит с головой. Даже это он очень много. Это целевые люди. Facebook дает вот этой программе имейл фейсбуковский, но этот имейл фейсбуковский, когда вы пошлете письмо, он привязан к их настоящему Gmail аккаунту. И люди его получат немедленно. Так вот, вы берете, идете сюда, на наш сервис, вставляете email, нажали кнопку Add, добавить. Медленно, сразу же после этого, с вашей email компании, которая настроена, здесь будет серия писем, очень грамотных, продуманных, с самой высокой конверсией сегодня в Рунете, открываемость больше 60%. Больше, да, у всех, не только у меня, у команды. Итак, немедленно, как только вы ввели, человек получает
сразу же ваше первое письмо. Сразу же. Ему не надо ничего подтверждать. Ему не надо ничего добавлять. Вот он сидит, пьет чай, бах, Gmail ему там отсалютовал. Тебе письмо. Он идет и смотрит, что за письмо. Письмо написано очень мощно. И заголовки, и все. Он откроет по-любому. Потому что это то, на чем он застрял. Трафик. Трафик и еще раз трафик. Подписки, продажи, партнеры, рефералы. Такие письма открываются на ура очень сильно. И он увидит похожее видео, которое я сейчас вам рассказываю. Похожее. Ты хочешь решить все свои вопросы, ты получишь целевую базу подписчиков. Если ты будешь добавлять 500 в день, 500 в день, то через месяц, сам понимаешь, 15 тысяч в месяц – это очень крутые сетевики, у кого база 15 тысяч человек. Очень хорошо, естественно, мы понимаем конверсию. Из этих 500, пускай 10 человек в день откроют это письмо. Но они открыли одно, а серия писем-то идет. Он и завтра получит второе, и послезавтра, и так далее. У нас тут 20 писем, он будет каждый день получать по одному, которое ему объясняет, что надо делать бизнес, надо вступать, нельзя бояться. Мы все покажем, все дадим, поехали. Как говорят американцы, take action, делай наконец-то, возьмись за это, а мы поможем, так? Он будет получать эти письма, и не думайте, что он с первого письма побежит, вот как у меня база, я разослал, там 23 человек откликнулось, да? Еще многие не пришли с работы, не прочитали. Многие там в спаме потеряют его сегодня, хотя у нас все уходят во входящие. Вот я вам что хотел сказать насчет этого сервиса, это просто, я просто в шоке. Даже Mail.ru и то все во входящие. Этот сервис спам не шлет. Только во входящие. Но Mail.ru это считается самый противный сервис, который все отправляет в спам. И то идет все во входящие. Я хотел сказать, не в спаме он потеряет, а от обилия писем. Потому что письмо могло прийти там в 10 утра, он пришел с работы в 8, а он уже получил там 20 тысяч писем. То есть он его не увидел. Но ничего, завтра придет второе. Послезавтра третий и так далее. Все равно он увидит. Я не говорю, что с первого же дня пойдут продажи. Увидит и поймет, что мы занимаемся серьезным делом. Мы не кидаем никого. Итак, 15 тысяч человек в месяц. Так, у вас какой есть шанс продать ему этот сервис, в который входит эта программа по сбору email бесплатно, если он заходит в этот сервис? Из 15 тысяч человек вы найдете в месяц 5 человек с головой, кто понимает, что он устал носиться как носорог, без толку по интернету, везде раскидывает свои рекламы, спамы и так далее, и что их никто не видит, не читает, потому что хороший трафик идет из Facebook групп, да, я не спорю, но он идет очень быстро. Вы дали объявление, и тут же еще 10 человек дало, ваша реклама опускается вниз. Один увидел ваше, второй уже не увидел, она уже ушла. Поэтому лучше всего, конечно, сразу несколько Facebook'ов запускать, постеров, да. Это хорошее дело. Но опять-таки цель этой Facebook, этих Facebook групп, чтобы человек увидел, нажал и попал к вам в автоответчик. Правильно? И серия писем пошла. Целевой человек. Человек думающий, который хочет денег. И конверсии с этой группы – это хороший трафик, но все равно она, это не 15 тысяч человек в месяц, из которых пускай 5 поймут, о чем вы говорите. Поймут, что это надо, что они устали, и купят ваш сервис. Это каждый месяц по 15. У вас безлимитный автоответчик, он ничем не лимитирован. Миллион подписчиков, миллион писем, все, что хотите. В других таких компаниях, в любых, это очень большой бизнес, кстати. Возьмите GetResponse, AWeber, возьмите любой автореспондер, даже наш смарт-респондер русский. Там, когда у тебя 2000 человек, ты уже платишь 16 евро в месяц, так? Если 5000 человек, там уже 25 евро в месяц. Если 10 тысяч человек, ты уже платишь 40 евро в месяц. И также любой зарубежный, он же сделал по аналогу AWeber и GetResponse. То есть там доходит так, что у тебя 100 тысяч подписчиков, ты платишь $250 в месяц. Каждый месяц, чтобы им шла серия писем. Здесь же у вас все безлимитно. Нету лимита ни на что. Ни на количество подписчиков, ни на количество писем. Далее, самый большой удар. Это все каждый месяц платится у них. GetResponse, AWeber,
Smart Responder, все. Каждый месяц, в зависимости от базы, ты платишь от 16 до 250 долларов. Если там у кого-то база больше, чем 100 тысяч, то они платят уже по договоренности с компанией другие деньги. Там доходит и до 1000 долларов в месяц. Ну, он продает, конечно, все понятно. У вас все безлимитно и один раз в жизни. Вы заплатили за это один раз в жизни. И пользуйтесь всегда и постоянно. Собирайте базу и рассылайте. Помимо этого, у вас еще есть вот такие вот страницы захвата. Здесь будет поле «Введите email». То есть два в одном. Отлично. Значит, вернемся еще раз. Что происходит? Сейчас о деньгах поговорим. Когда вы добавили 100 человек с самого сайта в сутки, это лимит, да? Дальше вы берете свою страницу захвата, которую вы сделаете, где будет email поле, и начинаете добавлять через страницу захвата. Да хоть сколько хотите, сколько у вас руки не устанут. Понимаете? Можете 1000, 2, 3, без разницы. Через страницу захвата. Значит, если человек получает, а человек получает очень много писем, которые вообще не по делу, это я получаю там, я не знаю, сотни писем, новый удвоитель, новый утроитель, давай, вот этот весь мусор, я устал его чистить, где они берут меня, я без понятия, но находят, понятно, купленные базы и так далее. Такие письма люди с головой больше не открывают, им интересен настоящий, честный бизнес и особенно трафик. Трафик – это одно слово, когда 90% людей открывают это письмо, когда видят это слово. Потому что это единственная проблема в любой компании во всем мире, хоть в Рунете, хоть в Америке. Люди не умеют привлекать народ. Не на что. Они, то, что они пользуются, оно неинтересно, чтобы там быть. Трафик нужен всем. Вы всегда его найдете сюда людей. Из 15 тысяч в месяц и по 500 в день, 5 продаж у вас будет, я вам гарантирую. Просто будет. Дальше, если человек вдруг, мы же ведем честную рассылку с другой стороны, от спама до рекламы очень короткая грань, не думайте об этом, не вбивайте себе голову, нам нужен результат. И те люди, которые придут, они скажут вам спасибо, что наконец-то хоть один нормальный спам пришел. Да? Значит, у него есть кнопка внизу, большая и синяя, unsubscribe. Он нажал кнопку, и он отписывается. Я когда иду по имейлам и добавляю себе базу имейлов с этих, которые я вытащил с Facebook групп, да, я иду сверху вниз. Я добавил сегодня Ивана с первой пачки имейлов, где 4000 человек. И все, я прошел 4000 человек, я беру следующий файл 4000 человек. Иду дальше. Я не возвращаюсь больше сюда никогда. Если Иван получил отсюда письмо, он меня не понял. Это его проблемы. Он нажал кнопку unsubscribe. Больше он меня никогда не увидит. У него был один шанс выбиться в люди. Он его спустил в унитаз. Он не захотел включить мозги, подумать, взвесить все и понять, что я прав на 200%. Так, все. Он отписался, его право. То есть это не просто какой-то спам. Это честный спам с формой отписки, если ты не хочешь. И все, я иду вниз, я к этим ребятам больше не возвращаюсь. Я им дал шанс, рассылка идет, они получают 20 писем от меня. Я могу бродкаст послать от всей базы одно письмо каждый день, одним ударом в этом сервисе, да? Объяснить что-нибудь новое, показать. Например, я сейчас из тех пачек программ, которые у меня есть 650, найду какую-то бомбу реальную, и я пойму, что она работает. Все, я могу послать бродкаст всей команде, всей базе email. Привет, у нас есть дополнение для тебя, так как ты в команде, получи бесплатно. То есть я могу и так делать, и сяк, да? Отписывается, значит, его ничего, кроме инвестпроектов, не интересует. А это, вы сами знаете, летатель, ползать, конец известен. Все, мы к ним не возвращаемся. Дополняем, и все. Здесь найдутся люди с головой, я вас уверяю. Из полмиллиона имейлов, из миллиона имейлов. Не может быть так, что все не ищут, не хотят выбиться, не хотят понять, как делать. Такого быть не может. Хорошо, идем к деньгам. Пятиминутка затянулась, люди сейчас будут ругаться на меня. Компанию вход у нас здесь 67 долларов. Один раз в жизни, как я уже говорил.
4 уровня денег. Первый, второй, третий, четвертый. Первый уровень у нас 45% от $67. Второй уровень 10, третий 5 и четвертый 3. Если вы хотите получать 84% на всю глубину, тогда заходите на $117. Там будет 5 уровней. Еще один. 84%. Но если вас устраивает 63, это тоже неплохие деньги. Я хочу, чтобы вы поняли, что такое эти уровни, понимаешь? Вот это ваши личные. Вы поставили, ну, допустим, 3 человека, да? Они поставили по 3 каждый. Это уже второй уровень. Те поставили, те. Здесь может быть куча народу. Даже для тех, кто слабо работает в MLM бизнесе, да, когда линия вот так идет, и они продают этот сервис. Тут может быть сотни, тысячи людей. Эти поставили те на 4 уровня вниз. Это очень интересно. И хороший процент, чтобы вы знали. Итак, мы начинаем таргетированный, прицельный удар на людей, которые ищут денег, ищут как, но не знают. И по какой-то причине они нас не увидели на Фейсбуках, на Одноклассниках, ВКонтакте и так далее. Вот такой вам полностью расклад. Теперь я расскажу вам 2 секунды, как работает сама эта система. Что вам надо сделать? По всему этому уже видео есть, написанное мной. Вы зайдете на сервис, вы создадите email-компанию. Я вам дам серию писем. Будет видео, как это сделать. Вы просто ее копируете, эту серию писем, с вашими ссылками на продажу вот этого бизнеса по $67. Больше ничего не надо. Вы копируете название, заголовок письма, полностью письмо вставили. Отправить немедленно после подписки. Раз. Второе письмо. На следующий день. День номер 1. 2. Третье письмо. Название. Все поменяете. У вас готова серия писем. Если кто-то использует другие сервисы для страниц захвата, у вас есть свои страницы захвата, неважно, то вы можете взять эту страницу, а с этой компании взять HTML-код специальный, код подписки, и вставить ее на другом сервисе в эту страницу, в код подписки. Введите email. Все, вы ее рекламируете, человек подписывает, попадает в эту компанию, серию писем пошла. Вы продаете $67. Так? Если у вас вдруг нету никаких страниц захвата, вообще никаких, вы новичок, у вас нет, вы здесь, и есть видео по этому поводу, создадите страницу захвата, простейшую. Так? Привяжите ее к этой email компании. И оставьте поле для «Введите email», куда вы будете вставлять email целевых сетевиков, которых вы вытащите из Facebook групп. И шлепаете себе. Они сюда попадают, им письма идут каждый день. Не один раз, а каждый день. Пока он не отпишется. Он читает и брат. Я вас уверяю, 500 человек в день. Ладно, вы нашли время. 15 тысяч целевых в месяц. Отписалось 5000. Хорошо. Не поняли. Пошли бегать дальше. Ладно, до свидания. Осталось 10000. Ну, возьмем маленький процент. Пускай 1000 человек из 10000 заинтересовалось. Пускай из 1000 человек в этом месяце 20 сказали, я покупаю. Понимаешь? 45% первая линия. $30. Вы получили $600. Вы сильно напряглись, вы хотите мне сказать? Вы сильно напряглись? Я не думаю. Следующий месяц еще 15. Так? Но пока вы следующий месяц добавляете, эти ребята строят свои линии, то есть тоже продают, им же тоже нужны деньги со всем тем, что вы делаете. Они же не сидят. Я не говорю, что все, но кто-то, 20 человек у вас вступило, они начинают, первая линия, их 4 линии вниз. Вы получаете деньги со всех. А пока идет новый месяц, вы добавляете еще 15 тысяч человек. Отсюда еще 20 пришло. Теперь они начинают всю глубину строить следующий месяц. Месяц номер 2, уже 2 по 15 тысяч, по 20 человек начинают строить. Третий месяц и так далее. Это тема, которая нужна всем. Автоответчик страницы захвата. Безлимитный, раз, который платится раз, а не каждый месяц. Она интересна каждому, кто понимает, что такое MLM. То есть
Вы понимаете, вы безостановочно, здесь все идет со всех линий, и вы долбите. У вас идет постоянно. Бах, появился какой-то новый бизнес. Вы прекрасно знаете, меня американцы оповещают намного заранее, за несколько месяцев, когда стартует какая-то большая мировая тема. Я уже в курсе, что это. Да? Бродкаст всем. Сколько у вас тут? 45 тысяч подписчиков. Да вы уже миллионеры. А их я не советую никогда делать. Но обычно люди, у которых такая база, они продают эту базу, рассылают по за 45 тысяч. Придется отдать примерно 15 тысяч рублей за рассылку. Примерно. Чтобы послать этой базе. Если вы показываете на смарт-респондере, я автор, у меня 45 тысяч человек. Тебе приходит рекламодатель и говорит, давай договоримся, тебе дают 10 тысяч рублей, отправь для меня одно сообщение всей этой базе. Я вам не советую их продавать, потому что люди пришли на вас, люди пришли на ваше понимание бизнеса, и если вы их сейчас продадите за 10 тысяч рублей какому-то хайпу или инвестициях, это не ваш стиль. Они вас не поймут, они сразу увидят, что что-то не то, и начнут отписываться, вы начнете их терять. Вы уже ведите себя, как вы начали изначально. Если вы не занимаетесь лохотронами, инвестами, всякой остальной ерундой, то уже будьте теми, кто вы есть. Когда вы начнете их продавать, да, это деньги, но эта группа начнет таять и исчезать, потому что они вам больше не верят. И с другой стороны, если есть доверие, и у них тоже получается делать деньги, когда будет другая новая компания, абсолютно интересно, Дэвид Вуд участвует в 270 сетевых компаниях, вытягивая миллионы долларов. Естественно, не сам, там целая группа помощников, да? Ни одного лохотрона, настоящие компании, 270 компаний. Мы не Дэвиды Вуды, но мы можем тоже участвовать в 10, как минимум, и сразу, потому что это бизнес, да? И если это настоящий бизнес. И вот что-то появилось, вы одним ударом, бах, послали 45 тысяч человек. Привет, есть дело, вот такой-то вход, вот реферальная ссылка, заходи, будешь первым. Правильно? У них тоже свои базы есть. Потому что вот эта вот программа, она вытаскивает email не только с Facebook-групп, она вытаскивает всех комментаторов, со всех страниц, которые есть в Facebook. Email, вот там вообще там немерено, просто немерено. Это слать, не переслать. И у них все это есть. Мы же дублируем друг друга. Поэтому ничего сложного нет. Вы послали, они зашли, потому что они сейчас свои пошлют, и те зайдут, и те свои пошлют, и у всех все нормально. Понимаешь, вот такая вот задумка. Мощная. Трафик плюс бизнес. Я вас всех обнимаю. Спасибо всем.